นจำกูไม่ได้ตีเอาเดือดไอ้เดี๋ยวใครมีใครเจ้านะทิ้งใครเจ้าไปไปไปไปНу что, всем привет. Я все-таки заговорил. В общем, все понятно. Мы снова едем на Калан. Поехали в воскресенье 7 мая в надежде на то, что тайские праздники уже вроде как заканчиваются. И им завтра на работу. И что вроде как поменьше людей должно быть. Но вот что-то мы не угадали, как обычно. Народа очень много опять. Очень, очень много. Вы, наверное, слышите кого больше всего? Ну, их всегда слышно. В общем, да, азиатские туристы очень любят приезжать в тайское лето, то есть апрель, май. Нам сказали, что вроде как в мае должно это было начинать заканчиваться, то есть там до 15 примерно. Вот сегодня 7-е, еще их много, отдыхают, молодцы. В Японии еще какие-то праздники, тоже в мае, много японцев. А вчера у нас были какие-то выборы, насколько я понимаю. И не продавали алкоголь, и не работали бары, соответственно. Был очень тихий день, а мы его, в принципе, тоже тихо провели. Ладно, будем загружаться. Покажем вам, как на островах потом. Ну, мы сели, народу вроде не сильно много. И это тот день, когда нас заставили надеть жилеты. Все. Мы раньше только слышали об этом, вот сегодня. Нас-то тоже коснулось. В общем, китайцы в основном на спидботах, на самом пароме людей не так много. Надеюсь, что на острове тоже будет не супер много. Вот мы и приехали на Калан, пляж Тайвань. Тут какая-то стройка пирса идет. Раньше там были навесы, теперь они новые, но еще без самих пластин сверху, без тенька. Сильный отлив. Не знаю, видно, не видно. Но, в общем, вон на том пляже, там, где стоят шезлонги, однажды мы сидели на них, и море подступало к ногам. Это когда был прилив. А вот сейчас, видимо, отлив. И моря, в принципе, не очень много. Там вот все стоят уже около буйков. Ну, в принципе, по грудь. Даже по пупок кому-то. Поэтому отлив везде. Мы думали, только у нас там. Но нет, на острове тоже отлив. Вон там видно, что люди просто ходят по песку вместо плавания. Ну, сейчас будем искать места поплавать. Ну и вот все скалы, камни эти видно. В общем, море ушло сильно. Вот этот новый пирс. На этапе строительства такие огромные балки. Раньше тут были не очень внушительные конструкции. А их даже красят, до сих пор они были белые, стали черные прямо сейчас, видимо.
Вот вам немного моря и много пляжа. Есть же люди, которые любят просто пляж без моря. Вот сегодня их день. А те, кто любит море, сегодня грустят. Да, тут все в стройке. В общем-то, на самом деле, я не знаю, куда ехали все эти китайцы. Может быть, они куда-то сильно дальше на экскурсии и прочее. Но на острове, правда, мало людей, ну и моря нет, поэтому многие, наверное, об этом знают заранее. Но, в общем-то... В общем-то, видно по острову, что действительно сезон закончился. Они все начинают ремонтировать. Не только пирс, но там еще, я вижу, какие-то гостиницы тоже ремонтируют. В общем, у них сейчас есть время еще, когда не начались дожди, по-сухому что-то еще подправить. Вот, никого нет, видите, на пляже. Но оно и логично, блин, моря нет, поэтому... А знаете, нам любое море нравится. Много его, мало, все равно хорошо. Поэтому сейчас пойдем плавать там, где можно. Сначала в Seven Eleven, естественно. Давайте заведу вас прямо в него. Как будто мы все вместе идем. Вот, кстати, вчерашняя надпись. А, и сегодня тоже, наверное. Не продают алкоголь. Ну, нам и не надо. А вот и наш пляж. Ну вот, видно, что раньше здесь была береговая линия, где камни прибиты. Сейчас она чуть дальше, скажем так. Короче, нужно просто смотреть карту приливов в Паттайе даже. И на основе нее уже делать выводы. Но зато никогда не видели такого. Вот, посмотрели. Сейчас все равно пойдем плюхаться туда, к китайцам. Им весело там, нам что, хуже будет, что ли? Нет? И вот такая фигня уже несколько месяцев, представляете? Все, мы купаемся. Плаваем. А я боюсь. В общем... У меня еще пупок не в воде. Но дальше идти больше некуда. Зато можно дойти до буйков. Море, естественно, очень теплое. Ну, я не знаю, очень. Оно не освежает нисколечко. Но в целом все, можно... О, можно вот так вот сесть. Прям попой на песок. Или что там еще? И плюхаться. Плюхаться же можно? Но еще раз повторю, что карту приливов надо изучать. Кстати, да, встань, ребенок, чтобы понятно было. Нет, на ноги. Оп.
Да. Ну я же на коленках сижу. Я на попе сижу. Главное, чтоб никто не заполз сюда. Ну и вокруг одни китайцы. Больше никого и нет. На нас смотрят как на белых людей. Что за звук? Ладно, все. Мы ждали, наконец дождались воды. В общем, самый пик отлива был в 11:30. Самый пик прилива будет в 7:30 вечера. Так что сейчас 3:00. И получается, что еще через 3:00 будет нормальное море, но мы уже уедем, наверное, к тому времени. Но, в принципе, уже намного веселее. Там даже можно поплавать. Кстати, все азиаты уехали. Остались наши русские соотечественники, которые были обескуражены тем, что не продается алкоголь. И все-таки нашли способ его купить в кафе. Не в нашем, ну, не здесь, которое вон там, а которое вон там, где 7-Eleven. Очень веселые ребята. Он купается там кучкой. Вот, так что море можно дождаться, если его ждать. Просто нужно иметь в виду, что можно сильно на него не торопиться, потому что до, условно говоря, 1-2 часа его вообще не было. Вот. Такие новости. Пойду покупаюсь наконец-то. Так, мы все накупались. Вода была в самом конце, но красивая, чистая, свежая, только что завезенная. В общем, ее сейчас будет еще все больше и больше, конечно. Но уже 5:00, вон паром. Вон люди идут на него, мы на него идем. Вот такой у нас был пляжный день. Полдня ждали море, потом уснули, если честно, на какое-то время. Проснулись, бац, море есть. И все, и класс. В общем, все равно не зря съездили. Но единственное, что можно было попозже приехать. Но, с другой стороны, может быть, шезлонгов бы не было, потому что много было сначала азиатов, потом русских. И непонятно. Так что все в итоге верно было. Не зря. О. Сейчас надеюсь, что на пароме будет нам место. То вроде как все уже, как и мы, уезжают. Что, все? Всем пока, типа? Не знаю. Да-да. У нас так просто отметка морская и все. Особо не о чем рассказывать. О таком, ох, какой корабль. Вдалеке огромный. Грузовой. Классно.
Ну ладно, все, будем сейчас садиться вон на тот. И домой. Или на тот, не знаю. Ну, в общем, такое воскресенье. Все, теперь точно пока прощаемся. Пока. Мы там дома. Все, точно пока.